Михаилу Ефремову пообещали устроить большую онлайн-конференцию, чтобы неравнодушные к его судьбе поклонники смогли расспросить актера о жизни за решеткой. Актер, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП, сейчас находится в белгородском СИЗО и проходит карантин. Неравнодушные к судьбе артиста люди могут быть спокойны. По словам дежурного из СИЗО номер 3 города Белгорода, осужденный чувствует себя нормально. Ожидается, что по истечении 14 дней он будет доставлен в ИК-4, где будет отбывать наказание. Кстати, в народе это учреждение называют пионерлагерь «Козленок». До Ефремова тут уже отметились футболисты Кокорин и Мамаев. Руководство управления ФСИН по Белгородской области уже подготовилось к новому наплыву журналистов и всех тех, кому не безразлична судьба Михаила Олеговича. Есть мысли организовать онлайн-конференцию с Ефремовым, чтобы успокоить его поклонников, рассказала руководитель пресс-службы ведомства Ольга Загородняя. Впрочем, в то, что это мероприятие состоится, верится с трудом. Первая сложность – как оно будет согласовываться с законом, который не предусматривает для арестантов такого способа общения. Другой вопрос – захочет ли сам Михаил Ефремов общаться с поклонниками? Уже неделю от него нет вестей.